Как приступить к ремонту и не растерять весь перестроечный энтузиазм на стадии покупки материалов? В первую очередь отказаться от идеи заказывать все в разных местах, иначе придется разъезжать по всем магазинам города с образцами текстиля, краски и кусочками ламината. Обновление комнаты из чистого листа ничем не ограничивает фантазию. Начинаем раскрашивать помещение со стен. На третьем этаже в торговом центре Плаза вы можете приобрести обои от эконом до класса люкс. Сейчас актуальны практичные обои, которые моются, не выгорают на свету, стойкие к стиранию. Из дизайнерских решений сейчас актуально горячее тиснение, имитация ткани. Сейчас на некоторые позиции действует акция, и вы можете приобрести обои у нас за 1200 рублей за рулон. Самые долгоиграющие – флизелиновые обои. Их легко клеить, они скрывают неровности стены, их можно перекрашивать хоть 20 раз. Чем темнее помещение, тем светлее и теплее по тону должны быть обои. И помните, что крупные рисунки могут съесть и без того небольшое пространство комнаты. А вот мелкий паттерн, рельеф и матовая фактура здорово оформляют неровные стенки. С выбранным вариантом спускаемся на этаж ниже и присматриваемся к тканям. Хочется модных контрастов, но боитесь промахнуться? Вспоминайте природные сочетания как подсказку. Сочный апельсин и зеленая ветка, солнце и трава, море и песок. Тяжеловесным обоям подходит плотный жаккард, хлопок и лен, а тонкие нежные рисунки на стенах сочетаются с тюлем и органзой. В нашем салоне, в торговом центре Плаза, вы можете не только купить готовые шторы, но и заказать их пошив. Мы предоставляем услуги дизайнера, который поможет вам подобрать вариант для вашего интерьера. Сегодня популярен в домашнем текстиле бархат, и как раз сейчас вы можете его приобрести по сниженной цене. Главное не комбинировать в одной комнате больше 5 цветов. Здорово, когда обивка мебели повторяет тон обоев, а ковры – штор. Плюс, если хочется, добавляем акценты, например, подушки. Если на обоях буйно цветет флора, ковер лучше подобрать однотонный, а к пушистому длинноворсному выбрать плотную непрозрачную ткань штор. Среднеформатные ковры отлично зонируют небольшое помещение, а огромные делают уютным просторную комнату с высоким потолком. Идеально, когда покрытие занимает треть помещения, не сливается с мебелью и повторяет ее очертания. В спальне он должен тепло встречать ваши ноги, когда вы встаете с кровати, а в гостиной желательно проверить, чтобы даже выдвинутые из-за стола стулья не покидали пределы ковра. Надеемся, наши советы помогут вам избежать импульсивных решений, а консультанты правильно рассчитают расход материалов.